Время открывания ворот, конечно, не такое сильно быстрое, но хватает от 35 метров. То есть подъезжая на автомобиле, вот, приходится, конечно, чуть-чуть немножко подождать, но все же не выходить с автомобиля. Вот. Вот так это работает. А здесь в задней крышке находятся регулировки положения штока. Вот, сами концевики. Это вы можете выставить по месту. То есть как вам будет удобно. Вот. Очередность закрывания работы приводов выставляется самим диодом, диодным мостом. Ну, я, конечно, извиняюсь, у меня не выставлен сейчас второй привод, вот, ввиду его отсутствия, вот, тому полностью не могу показать. Вот. А здесь у меня зарыта труба, которая идет к самой коробке. Взял я обычную коробочку за 50 гривен, вот, в магазине, вот ее размер 260, 180 на 75, вот. Вы слышите сейчас, вот клацает реле, это реле самой сигнальной лампочки. Вот, вот такое вот. Спасибо за просмотр.